ГДУ имени Франциска Скорины и Следственный комитет Республики Беларусь подписали договор об взаимодействии. Договор подтвердили своими подписями старшиня Следственного комитета Беларуси Иван Наскевич и ректор ВНУ Сергей Хохомов. Зараз на юридичном факультете ГДУ навучается каля 600 студентов. Больше як 250 выпускников працаваны у органы следства. Примерно половина сотрудников Следственного комитета управления по Гомельской области является выпускниками юридического факультета Гомельского государственного университета. Уже только этот факт говорит о том, что нас вполне устраивает уровень их подготовки. Мы готовы сотрудничать и дальше с университетом. Предметом двубакового договора является подрыхтовка квалификованных специалистов с практичным курсом навучания. Их дальнейшее працеводкование, так само обеспечение якостного наукового процесса. У планах открытия филиала кафедры криминального права юридичного факультета на базе управления Следственного комитета Беларуси. Подчас размовы со старшиной ведомства студенты цікавіліся потребованиями приема на службу, махчимостями сумешения працы и дальнейшей эдукации, а так само перспективами открытия центров повышения квалификации. Это не первый такой договор. Мы имеем тесные контакты уже как минимум с 7 вузами в стране, с которыми в той или иной степени ведем научно-образовательную работу примерно по таким же подходам, по таким же критериям, как и с юридическим факультетом Гомельского государственного университета.